Всех приветствую, мы продолжаем Гарден Талос, второй уровень, офисный этаж. Начинаем. Мне сегодня крайне повезло призвать две белые коробочки. В одной белой коробочке находился персонаж Люси. Пока что он мне, конечно, не особо нужен, но, в принципе, пригодится немножко попозже. А вторую коробочку я призвал оружие на нее, но, к сожалению, выпала белая коробка и выпала на оружие Юджин. У меня она тоже есть, но, честно говоря, я ей абсолютно не пользуюсь. Возможно, конечно, она будет когда-то полезна, возможно, никогда не будет полезна. Хрен его знает, посмотрим. Тем временем у нас подошла загрузка к своему итогу. И это мини-принцесса. А куда ты убежала? А ты не хочешь поговорить с нами, нет? Ну ладно, как хочешь. Это место. Чем тебя смущает это место, а? Так, ладно, давай с тобой поговорим. Принцесса. Привет, самозванец Ульки. Я слышала шум из вентиляции. Не могу поверить, что мы снова вот-вот так встретились. Мы должны быть связаны какой-то невидимой судьбой. Ульки хотел встретиться со мной в башне Лилит. Нет, я имела в виду настоящую Ульки. Как ты меня бесишь, а? Тупая малолетка. Все так запутано. Я буду звать тебя дурачком. Ты же не против, да? В любом случае, я ждала офис Лилит, как Ульки и сказал. Я не ожидала, что такое произойдет. Принцесса человеческого мира. Сдавайтесь. Ты прошла через вентиляцию, чтобы снова найти выживших. Я говорил тебе остаться здесь под защитой. Но королева Лилит, вы были ранены, защищая нас. Именно поэтому я должна помочь королеве. Моя сестра сказала, что это хорошая дипломатия. В смысле дипломатия? Согласен, херню сморозила. Вы, ребята, королева Лилит. Вы спасены, слава богу, слава богу. Эрис, ты в порядке? Не могу поверить, что вы выжили в такой сложной ситуации, но еще и завершили миссию. Отличная работа. Нужно будет серьезно обсудить ваше будущее, как только все закончится. Моя королева. Так что фишки странным образом встают на свои места. Мне есть что сказать, пожалуйста, подойдите сюда. Чё-то ты дохуя высокомерная. Дайте мне биту, я сначала вот этой мелкой всеку, а потом и этой всеку. Достали уже. Это и правда королева Лилит? Надо было принести свою фигурку, премиум для подписки. Это потому, что я так часто видел ее по ТВ, я чувствую, что мы с ней близки. Вставай, нытик. Ладно. О, дроид. Выключенный андроид, он бы мог снова двигаться, если бы механики андроида взглянул. Это нехорошо, мне нужно будет скоро лечить раненых. О, ты планируешь покинуть убежище? Я бы хотел попросить об услуге. У нас заканчиваются медикаменты, и мы не можем помочь раненым. Может, принесешь мне их, если найдешь их там? Блин, сходили бы сами, как вы меня достали, а? Если я такой невъебенный самозванец, какого черта? Сходи туда, сходи сюда. Вдруг я сейчас вам яда принесу, а? И вы все подохнете. Ты в своем уме? Ты что, не видишь, что здесь кто-то есть? Ты ведь не ожидаешь, что человек, страдающий сильным запором, уступит, верно? Не подходи к туалету, пока я не уйду. Мне тебя заставить уйти, а, собака? Ладно. Что у нас слева? Слева у нас вентиляция. Справа что? Справа выход. Ну, выбора нет, пойдем к Лилит. Глаголь. Знаешь, что ситуация плоха, но добро пожаловать в башню Лилит. Адилия, Хремри и... самопровозглашенные Ульки. Это честь, моя королева, но почему вы спрашивали о нас? Нельзя недооценивать спецслужбу мира демонов. У вас крошечный офис частного сыска, но вы откусили гораздо больше, чем можете проживать. Какой стыд. И самопровозглашенной Ульки. Когда я услышала о самозванце Ульки, выдавшем себя за Ульки, я подумала об этом, как о простом инциденте. Но если подумать, фальшивый Ульки узнал правду о районе 51 и помощнике Ульки МК-2. Человеческая принцесса права. Все и правда очень запутано. Как сказала девочка, я буду называть тебя дурачком, хорошо? Приятно познакомиться с дурачком. Знакомься. Сука, дайте мне биту, я вам секу всем. Что это за место? Убежище. Хуёво у тебя убежище. Это убежище мы построили для экстренных случаев. Питание осуществляется от аккумулятора вдали от внешнего источника. Мы можем продержаться месяц, если понадобится, пока ничего не произойдет с самой башней. Ранен, это мне плевать. Это просто царапина, ну и сдохни от нее. Пули, которые они используют, они необычные. Магическая защита не работает на них, как будто есть черная дыра для маны. Последние моменты жертв. Внутри этих пуль должно быть...
Принцесса, у меня есть для тебя миссия. Что правда для меня? Я твоя верная собачонка, схожу, куда пожелаете. Сердце и дела всех устали от эвакуации. Я слышала, что королевские особы научились готовить. Можешь, пожалуйста, его приготовить? Предоставьте это мне, королева. Я приготовлю легендарное рагу, вы будете сыты 10 дней от одной только ложки. Этот инцидент идеально рассчитан, если смотреть с разных точек зрения. Это случилось, когда Эрин и Нацгвардия отправились исследовать район 51. Террористы смогли проникнуть в башню, не встретив сопротивления. И все основные игроки страны тоже здесь. Все они выступали против внезапного усиления власти героями Родемна в Ульке. Как будто кто-то спланировал все. Не неси чушь, овца. Может, не было намерения скрывать это? Это слишком очевидно. Может быть, кто-то за этим стоял, стоит и путает следы. Наш дурачок был здесь, да, но... Но может, человек уверен? Сегодня никто не покинет эту башню живым. Вся связь с внешним миром оборвана, это место полностью изолировано. Но они, вероятно, не знают об убежище. Эрина и Национальная гвардия вернутся через 3 часа после того, как заметят. Если бы мы не смогли продержаться до того времени... Из-за конституции убежища нет ни чертежа, ни камеры видеонаблюдения. Они не найдут это место. Последние несколько часов поиска. Ульки, это не пустяк. Некоторые из приглашенных архитекторов безопасности мира демонов. Он верный подданный, но я не знаю, что бы Ульки сделал, если бы мы помогли им, поймали его. Дурачок. Не в моем стиле быть в долгу перед незнакомым человеком, но пожалуйста, не могли бы вы спасти архитектора, о котором я только что упомянула? Как только это закончится, я буду сотрудничать с расследованием, включая вашу личность. Да-да, спасибо. Архитектор системы должен быть на 30-м этаже. Аделия и Гремль, я хочу, чтобы вы остались здесь и починили убежище. Это будет самоубийством двигаться группой в такой ситуации. Вот знаете, весьма опрометчиво с ее стороны оскорблять сначала человека, а потом оставаться с ним один на один в маленькой комнате. Потому что один удар, и она умрет. Сука. Среди всего этого, какова роль человеческой принцессы? В душе не ебу. Вот отвечаю. Дитя верит, что Ульки настоящий, а не ты. Вы намекаете, что принцесса шпион? Не ошибись. Она не слушает, когда говорят оставаться на месте, но для ребенка у нее сильная воля и инициативность. Она не из тех, кто присоединяется к этой схеме. Я хочу спросить, что будет дальше? Если Ульки будет наказан в любой форме, что будет с ней? Сможет ли она все это выдержать? Я буду на ее стороне. Зачем? Да. Что за глупый вопрос? Давай сосредоточимся на том, чтобы выбраться отсюда живыми. Если наткнетесь на выживших по пути, расскажите им об этом месте. Удачи, герой из человеческого мира. Убейся об стену, падла. Один сундук, 10 кубов, а также 75 жетончиков. Принцесса. Ох, дурачок. Сдохни, падла. Ну, люди в другой комнате говорят. Лидер этого? Да неважно, я, должно быть, не так поняла. О, точно, я слышала от королевы. Тебе дали важную миссию защищать убежище, да? Я тоже помогу. Но сначала возьми. Форточник. Окей. Это мое главное оружие. Я хранил его для битвы с захватчиками, но я одалживаю специально для тебя. Возвращайся сюда, если тебя ранят, я приготовлю свое особое рагу. Давай выживем вместе. Я уверен, что предки следят за нами. Знаете, сука, по спине. Так, ладно. Как тебя выбить бы отсюда? Ладно, с тобой мы разберемся позднее, требуется ключ-карта. Понятненько. С тобой тоже ничего. Ну все, выходим отсюда. Открывайте, я иду. Хотя могли бы, честно говоря, оружие помощнее дать. Механический паук. Хотя бы мой персонаж более умело обращается с этой битой, чем эта глупенькая принцесса. Как я ненавижу с ней миссию, когда мы за нее бегали с этой битой. Урона никакого. Все медикаменты у террористов, что делать? Собрать медикаменты медленно. Быстро выхватить. Зачем медлить? Мы главные в этой игре. И во всем этом мире. Кто здесь? Серьезно, блядь? Вот, блядь!
Вот серьезно, сука, у тебя есть бита. Подошла, ебанула битой по голове, забрала медикаменты и ушла. Нет, блядь. Нет, блядь, мы лучше будем стоять и втыкать. А в итоге еще выхватим пулю. Прекрасно просто. Лучший герой всех миров Контерберри, там еще чего. Охеренно просто. Просто великолепный герой. Ты что втыкаешь? А, понятно. Врезаться в них нельзя. Ну, не рекомендуется, конечно. А если я медленно подойду? По херам. Ладно, побежали дальше. Посмотрим, что у нас в следующем пролете. Вот тут кто-то прячется, да? Вылазь, я говорю. Давай, оленя рожа, блин. Шон? О, ты не Шон. Извини, я перепутал тебя с моим мужем. Я ошиблась. Где мой муж? Здесь слишком опасно оставаться. Вали в убежище. Убежище? Я не знал, что в здании есть что-то подобное. Спасибо, я подожду своего мужа здесь. И дала по съебам. Бывает. Ничего такого. Ничего. Так, опа. Доставай. На полу SD-карта. Конечно, проверить содержимое. Привет всем, это Куйли. Я здесь, в башне Лилит, чтобы отдохнуть в отеле. Думаю, все мои подписчики, которые знают, какой у меня доход сейчас, в шоке, да? Я потратила 3 месяца на подработку, чтобы скопить. Я никогда не была в башне Лилит за всю жизнь в мире демонов. Я так взволнована. Это единственный магазин Эрмонд в мире демонов в башне Лилит. Вау, этот шарф какой красивый. Моей маме нравится этот цвет. Я стану успешной, куплю ей много подобных вещей. Кто знает, может быть, Арменда проспонсирует меня однажды? Что касается бедности, я уникальна. Верно? Это должно быть холл для отдыха и гостей. Он такой просторный и роскошный. Вау, здесь так много дорогих десертов. Мне можно все это съесть? Эй, может, я должна начать снимать мукбак здесь, в холле башни? А пока она там втыкала в свой блог, началось восстание машин. Ра-ха-ха. Что? Что это было? Вы даже это видели, да? Почему люди убегают? Выглядит опасно. Какого? Что не так? Мне страшно. Нужно спросить на стойке информации, что происходит. Да, действительно, самое лучшее решение. Ох, что я буду делать, если они попросят удалить весь отснятый материал? У меня нет больше денег, чтобы вернуться и снять все это еще раз. Точно. Я спрячу отснятые материалы где-нибудь здесь и вернусь за ним позже. Насколько это, сука, тупое решение? У меня нет денег, чтобы попасть сюда снова. Я спрячу, сука, в этой же башне этот материал, чтобы вернуться за ним позже. Логика на высшем уровне. Никого логичнее этого создания вы больше не найдете. Тревога. Ой, блядь, идите в пень, а. Серьезно, я их не могу убить? Блять, первых они уничтожают, как. Первых она уничтожала, как делать нехер, а теперь она не может убить их. Великолепно. Все, меня потеряли. Это, конечно, очень хорошо, что меня потеряли, но мне бы вон туда вот вниз пробраться. Так, все замечательно. И идете в пень. Спасибо. Спасибо, великолепная видеокамера, которая запалила меня и которая не отключается. Я могу вас вырубить, а? Блин, я их даже не могу со спины вырубить. Здоровья не осталось, ну и черт с ним. С тобой тоже нужно аккуратно проходить, да? Да. Чувак, я у тебя за спиной, найди меня, сука. Я не ожидал, что он обернется. Ладно, иди в пень, я пошел. Опять видеокамеры, мертвый демон. Ну и пошел в пень. Но куча трупов, много. Куча трупов. О, вентиляция. Короче, играем в Пакмана. Пак. Все, нас зацапли. Ну давай. Так. Мне, конечно, вот туда бы выйти. Не успел, лошара. Я хочу забрать желтый куб, а потом можете ловить меня, сколько вам вздумается. Да. Вы меня поймаете, конечно. Вообще?
Вообще нам бы нужно добраться, знаете, до куда? Вот до сюда. И посмотреть, куда это ведет. Привело это нас хрен пойми куда. Хрен пойми куда, хрен пойми зачем. А действительно, куда нас это привело? Требуется ключ-карта. Везде требуется ключ-карта. Где мы оказались вообще? Ага, мы оказались в самом начале, собственно, там, откуда пришли. Тогда я бы хотел вернуться и полазить по этим вентиляционным шахтам еще некоторое время. Для того, чтобы собрать куб и найти нужный мне проход. Ладно, с этой стороны уже бессмысленно проходить, мы там не пройдем, это по-любому. Поэтому нам нужно возвращаться снова, блядь. Поэтому нам нужно теперь искать другой вход в вентиляцию, пошел в пень. Для того, чтобы... Собрать желтый куб. Хотя, скорее всего, знаете, он где-то в другом месте, там проход есть. Так, ты идешь в пень. Ты вроде оборачиваешься постоянно. Какого черта ты в эту сторону теперь поперся? Ладно, шут с тобой. Ноутбук, точнее, монитор нерабочий. Ты что, тут втыкаешь, чай пьешь? Оставь меня. Оставь меня и... Не знаю зачем, не знаю почему, ну хрен с тобой. Бать, ты, конечно, косоглазый, а. Тебе перед лицом бегаю я, а ты даже меня не видишь. Хреновый из вас, охранники, я вам скажу, ребята. Опа, шмотки. Шмотки, к сожалению, нам недоступны. Там, кстати, наверху что-то есть, и, кстати, нам нужно наверх в этот попасть. Кстати, как раз нам нужно сюда попасть. Андроиды. Угу. Прежде чем туда попасть, нам нужно найти батарейки. Для того, чтобы запустить этих чертовых андроидов. Угу. Голова андроида. Так. Для входа нужен пароль. Зачем? Пролезть под дверьми. Перелезть над дверьми. Зачем нужен пароль? Ну что же, придется возвращаться назад, чтобы нажать вот эту кнопочку и опять пинать эту чертову голову андроида для того, чтобы допинать его до нужного места. Вы все. Вставай. Ходит андроид. Сам по себе. Ты какого черта сквозь стены проходишь, а? Я тоже так хочу. Все, андроид вернулся на базу. Великолепно. А нет, он решил дальше пойти. Мы открыли склад андроидов. Вылазь, выходи, кто ты? Не беси меня. Нельзя это вот так трогать. Да что ты говоришь? А вот так можно? Суставы левой лопатки трудно очистить, если они испачканы. Ну выйди, поговорим, блин. Что ты меня бесишь, а? А, если прикоснуться к материнской плате, что-то произойдет. Выходи. Ты маму свою так трогаешь? Ах, я слишком возбужден. О, великий Веллинус, если ты пошлешь его в ад, сделай Хевенхолд с валкой андроидов. Ты чё, гнида? Что ты делаешь? Почему ты не прекратишь? Ты не террорист? Теперь, когда я смотрю на тебя, ты не выглядишь как типичный. Извини за недопонимание. Я механик андроидов в музее андроидов. Как все началось, я решил, что умру с андроидами и спрятался здесь. Но почему ты не прячешься и бегаешь туда-сюда? Потому что я охеренный и невъебенный супергерой. Убежище, архитектор, система безопасности. Так было такое место. Спасибо, что сказал, я пойду туда сейчас же. Ох, возьмешь это? Пульт управления андроидами. Какая интересная вещица. Ты же можешь контролировать андроидов. В башне с помощью этого. Думаю, они будут отличной помощью. Какой позор. Все, что я сделал, было правильно. Я сделаю следующую модель андроида в честь тебя. Ах, это пустяки. Я направлюсь в убежище сейчас же. А как бы ничего, что вот такие вот люди. Угу. Они, получается, не могут выходить за пределы какой-то определенной зоны. Слушайте, а если я, знаешь, как сделаю? Ну-ка. Если мы тебя сюда поставим, а потом вот так вот. Понятно, все же они не могут выходить за пределы определенной зоны. А этих склянках нельзя трогать. А вот тебя надо бы, знаешь, куда переставить. Тебя бы надо переставить вот сюда вот. Но это только один. А мне нужен еще один такой же. Где взять еще одного такого же? Я без понятия.
Потому что, допустим, вот эти вот, они не выходят отсюда. Эти не выходят отсюда. Может быть, нужно разбить стекло. Нет, к сожалению, стекло... А, вот, точно. Я же тебя видел. Там еще и третий стоит. Вот, все замечательно. Так, желтый куб один забрали. Это прекрасно, великолепно. И давайте сгоняем направо, посмотрим, что у нас тут. Вентиляция. Опять попадаем в вентиляцию. Ага. Ага, там, значит, кто-то сидит. Надо будет спуститься туда. Давайте, пауки, за мной. Так, я, значит, проходил вот в эту вентиляцию, в нижнюю. Теперь я хочу пропасть. Теперь я хочу попасть в эту вентиляцию. А тут у нас. Тут у нас ничего нету. Мерзавец, это только вопрос времени. Твое время вышло. Ха-ха-ха. Давайте на этом закончим. Полчаса уже снимаем. На этом закончим и продолжим в следующей серии. Всем пока.